Я не могу все это продолжать. Это был последний раз. После того, как продадим машину, завязываем. Я хочу нормальную жизнь. Значит, я при деньгах. И что? Я хочу попасть домой, построить дом, найти жену. Хорошо, я отвезу тебя домой, и к Новому году у тебя будет жена. Слушай, мы с тобой из одного теста. Мы оба волки. Этот ягненок принадлежит мне. Что? Я не понимаю. Не бери в голову. А вот это твое исполнение очень даже ничего. Очень ничего. Сильнее хромай. То, что ты сказал всем этим людям о деньгах, возможно, ты привлек к себе внимание воров. Тот старик вор? Ты не хочешь признавать свою собственную глупость? Ты что думаешь, у них на лбу написано, что они воры? Вы как из больших деревень. Вы думаете, что все люди плохие? Не суди о книге по обложке. Не держи на всех зла, но и не глупи. Просто будь осторожным. Сюда, пожалуйста. Садитесь, спасибо. Официантка, да. В чем дело? Два обеда до сих пор не принесли. Простите, сейчас все проверю. Поскорее. Ломать пальцы легче. Но как только люди теряют веру, ты становишься одиноким королем в пустом замке. Пожар! Дороги. Положи сумку, и я тебя пропущу. Без вопроса. Думаешь, сможешь пройти сквозь меня? Я бы хотел попробовать.
想你的时候，抬头微笑。